Представители Шереметьевского профсоюза летного состава стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция задержала двоих сотрудников в момент получения взятки на сумму 10 миллионов рублей. По версии МВД, эта сумма только первый транш из 100 миллионов рублей. Их профсоюзным лидерам перевел Аэрофлот за урегулирование вопроса по пересчету заработной платы летчикам. Каким образом, не уточняется. Авиакомпанию обязали доплатить 1000 сотрудников. Перерасчет за вредности ночные дежурства обошел бы перевозчику в 1 миллиард рублей. Сами подозреваемые давать показания отказались. Меру пресечения им сегодня должен избрать суд. В самом профсоюзе сегодня прошли обыски. Как рассказал телеканалу РБК его президент Игорь Дельдюжов, организацию преднамеренно ликвидируют. Сегодня рано утром приехала группа следователей без ордера, но с постановлением от следователя на проведение обыска. У меня складывается впечатление, что это продолжение вот этой информационной атаки. Просто вот идет уничтожение профсоюза через там средства массовой информации. В Аэрофлоте поддержали действия правоохранительных органов. Как пишут РИА Новости, со ссылкой на источники в авиакомпании, этот профсоюз нарочно идет на провокации и разжигает недовольство среди пилотов. Сама организация объединяет меньшинство пилотов и предъявляет нереалистичные требования к руководству.